Дорогие друзья, всем привет! Сегодня 28 июня, город Кировск, Ленинградская область. С утра жена сорвала букетик на даче из трех пиончиков, сейбл, то, что в класс уже отцветает. Уже 9 час вечера, я после выставки решил снять его, мне очень понравился. Я в этом году не снимал Санома Еда, или Санома Эда, кто как его называет. Это желтый итогибрид, по махровости, скажем так, количество лепестков он больше, чем у известного пиона популярного Борзелла. Санома Еда цветет сейчас, представляете, уже конец июня. Я бы сказал, что при такой жаре это поздний пион получился. Так, ну что, характеристики. 20 сантиметров в диаметре он больше, где-то 22 в этом году сантиметра в диаметре. Так, Санома Эда можно заказать у нас в группе ВКонтакте. Группа называется «Пионы под Питером», кто еще не знает. Сделать заказ, мы рассылаем его по всей России. Почта издеком, так что подписывайтесь на мою группу ВКонтакте «Пионы под Питером». Там можно заказать более 200 пионов. Еще через недельку выставлю новые 67 сортов. Так что, кому понравилось, не забывайте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. И, как всегда, всем красивых цветущих садов, мира, добра и счастья. Всем пока-пока.